Пополнились ряды партии «Единая Россия». 28 сентября в местном отделении партии городского округа Химки прошла выдача партийных билетов. Такое событие проходит примерно раз в месяц. Билеты получают люди, успешно прошедшие испытательный срок. Длиться он может до полугода. Сегодня особенно было приятно, что мы говорили не только хорошие и значимые слова, посвященные их поступлению, а мы говорили о том, чем они могут помочь партии, какую они работу могут на себя взять. В ходе встречи наиболее активным членам партии вручили благодарственные письма. Московская областная дума отметила президента Химкинского конно-спортивного клуба «Содействие инвалидам» Эмина Сафарова. Поздравляю.